Доброе утро! К нам в редакцию все время приходят письма, да-да, где вы спрашиваете, что такое наноквантум, как правильно утилизировать батарейки, кофе вреден или все-таки полезен. И что же делают молодые ученые? Все сошлось, друзья. Молодые ученые у нас в гостях, и все вопросы мы зададим им прямо сейчас. Встречайте, Попова Мария и Кубицкий Никита, ученики кванториума и Надежды отечественной науки. Мария, Никита, доброе утро! Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ребятки, ну вот почему, первый вопрос, почему не спорт, не танцы, не тикток и прочее, почему наука? Я с детства любила науку, и когда я увидела, что в кванториуме у нас открылось направление наноквантума, я решила записаться. Все так просто. Все так же? Я, наверное, согласуюсь с Марией. Ну хорошо, ладно, а какие-то хобби-то есть все-таки помимо этого? Чем-то еще занимаетесь? Наука. Да. Наука да. Это не хобби, это призвание. Рисование. Рисование? Да. Ну ты рисуешь какие-нибудь, наверное, тоже научные штуки, там формулы или что-то еще. Нет, почему? Всякие пейзажи там. Ладно, вернемся к нашим баранам, как говорится. Ребят, вы сейчас работаете над какими-то потрясающими проектами. Мы знаем, что сегодня у вас уже очень ответственный день настал, вы сегодня их защищаете. Мария, давайте с вас начнем. Что за проект вы готовите? Наш проект ТРЭК, направление – это агропромышленные и биотехнологии. Мы создали в условиях лаборатории систему антропогенного загрязнения и провели качественные реакции, а после спектрофотометрический анализ. Как еще раз? Спектрофотометрический. Повтори, пожалуйста. Давай ты сначала. Нет, спасибо. Что это значит? Можно чуть-чуть попроще для таких, как мы? Узнали длину волн и количество ионов металлов тяжелых в наших растениях. В наших растениях и почве. Да, ну как у нас принято говорить, загрязнение экологии. То есть дальше, получается, выявили вот этот уровень загрязнения, теперь цель какая? Узнать все-таки уровень загрязнения или как-то попытаться каким-то образом избавиться от него? Узнать, насколько вреден, когда попадает в почву, такие загрязнители в виде батареек, пластика, тяжелых металлов. И нефти. Которые, как мы знаем, вообще не перерабатываются, да, и не... Да-да-да, веками буквально. Веками. Никит, пожалуйста, вот так, что у вас? Мой трек — это генетика и биомедицина. Мой проект — определение биологически активных веществ, танинов в шишках кедра сибирского. Мы изготовили экстракты из шишек разные, спиртовой, водный и, кажется, хлористый. Называй все что угодно, мы все равно не поймем. После этого мы провели титрометрическим методом анализа, мы определили количество танинов, содержащихся в этих растворах, и получили данные, которые нам были необходимы. А танин ведь, по-моему, в кофе или в чае, да, да, содержится еще? Он же как-то благоприятно влияет на организм, да? Да. Это радует, что хоть что-то влияет благоприятно. Темы выбирали сами или вам назначили эти темы? Сами. Сами, то есть вы решили, вот да, куча непонятных слов, буду заниматься этим. Да. Да. Понятно. Ну, все понятно. Интересна экология, здесь интересно другое. А как вообще работаете над проектами? Самостоятельно или у вас, может быть, есть научные руководители? У нас есть наставник Анастасия Николаевна. Это наш педагог. А, то есть у вас один общий наставник? Да. А проекты совершенно разные? Да. Да. Ну, как-то перекликаются между собой или нет? Какие-то моменты, может быть? Вы можете, да, сотрудничать, например, да, или да, нет? Ну, точек соприкосновения. Да, можно. То есть такое бывает. Сейчас мы знаем, что у вас сегодня защита, правильно? То есть, когда все произойдет, и мы уверены, что так и будет. Что дальше? Участие в конкурсах всероссийских или уже какие-то мировые проекты? Грету Тунберг мы сдвигаем с пьедестала и делаем действительно по-настоящему полезные дела. Что дальше? Ну, сегодня у нас защита, а после нее мы узнаем. Мы можем поехать в образовательный центр «Сириус» в апреле, и вот после этой защиты мы узнаем, поедем ли мы или нет. А вообще, я думаю, что всероссийские конкурсы еще все равно будут. Возможно, уже с другими проектами, возможно, с этими же. То есть вы будете добиваться полного внедрения этих проектов все-таки в жизнь, до конца, скажем так, доводить, да, под ключ. Это прекрасно. А это первые ваши научные работы? Нет. Или уже... Ну вот мы знаем, Никита уже девятиклассник. Мария, вы в седьмом классе. Да, уже для это меня не первый проект? Для меня это первый проект. Все вроде как получается. Ну, первый и не последний, мы же будем надеяться. Да, все только начинается. Ну что, ребят, большое спасибо вам. Вам успехов. Сегодня, конечно, да, у вас сегодня важный день. Отличной защиты. Ну и что ж, мы будем ждать вас уже тогда, когда ваши проекты будут воплощены в жизнь. Спасибо. Большое спасибо вам. С гостями прощаемся. С вами, дорогие телезрители, увидимся через пару минут. Оставайтесь с нами.